CNC. Maar wat ek vol voel, skat. Ладно, да. Кардамёк. Кое-что интересно, думаю, подарок. Тут сейчас тело, ребят, я дам ей Я думаю, она не отгадает. Да, ребят, перед началом хочу вам посоветовать подписаться на мой инстаграм, потому что я выкладываю часто классные фотки, выкладываю фотки со своим парнем с разных, часто провожу прямые трансляции, где отвечаю на все ваши вопросы, также отвечаю на сообщения в директ, поэтому ссылочка будет в описании, думаю, вам очень понравится. Всем привет, друзья! И сейчас мы начинаем... Лизни мое тело челлендж! Спорим на Юзефа? Победитель загадывает первый. Как в киспранках прям. Юзефа. Настюха первая. Загадываю. А для этого у нас есть специальное устройство, вот такая вот штуковина. Давайте ее наденем, чтобы я ничего не видел и не мог догадаться сразу, что же там такого у меня загадала Настюха, что же она такое дала мне лизнуть. Все. Don't see any. Я не помню, я английский, короче, вот так, на уровне богемность. Поехали. Давай, все. Погнали, ну, так, ребят. Саш, готов? Да, давай. Давай, чтобы ко мне не прикасался, чтобы вообще ничего не чувствовал. Угу. Да. Еще? Подбородок? Нет. Давай, три попытки. Вторая попытка, давай. А ну-ка, еще-ка. Ё-моё. Блин, ну... По вкусу. Ага, ну. Давай, давай. Колено, не знаю. Не, похоже. Давай. Еще раз. А, по волосам узнал. Рука твоя. Блин, дай. Пошли, и уже это вообще четвертое. Но это не попытка. Давай. Оно такое, короче, волосатое, мягенькое, но твердое. Твердое у нас... Ну, это вряд ли. Блин, это либо кисть, либо локоть. Так, 50, давай, 50. Локоть, наугад, локоть. Правильно. Да? Молодец. Со второй попытки? Да. Класс! Ты, кстати, спалилась. Я, короче, ребят, почему не пошел по нижней части тела? Потому что, ну, типа, она сидит, я это почувствовал. То есть, если бы она встала, как бы я больше думал. А так, типа, я сразу понял, что это верхняя часть тела. Поехали! О, моя загадочка! Бабоська ты! Ай! Козявочки. Так, надевай. О, ты моя муха. Посмотри в камеру, бубочка. Бубочка моя. Зайчик мой, да ты все, Так, ребят, что, видишь что-то? А, так и должно быть. Так, короче, ребят, сейчас кое-что там интересненькое. Что, ты готова, Настюха? А ну-ка. Кушение. Высунул язык. Высунула? Ну что? Такое странное, оно какое-то такое и гладкое, и немного скользкое, и теплое. Ага. Это... Прям... Нет. Давай еще разок, давай вторая попыточка. Высовывай язык. Так, момент. Высунула, да? Угу. Давай. Соленое еще. А, блин, блин, хорошо. А блогеры не моются по 2-3 дня, монтируют видосики, говорит солененько. Мы все солененькие, ребят. Все до единого. Ну, это где-то вот здесь, знаешь, пупок. Где пупок? Родинка. Молоток, блин, а? Родинка, говорит. Фокусируйся. У меня нет таких родинок, дурное. Давай, последняя попытка. Давай, готова? Да, нормально полежи так, вообще. Насладись. А что ты троишь меня? Сиська! Какая сиська? Сок! Я почувствовала по вот этот бугорок такой приятный, такой еще волоски. Бугорок, говорит. Это. Сосок, правильно? Да, зайчик, сосок. Это фион или подожди, как они? Амбрион. Не, подожди. Ореола, о! Да. 1-1, друзья, продолжаем. Это моя очередь, друзья, это... Так, пока там Настюха что-то обдумывает, придумывает, так мы одеваем, становимся, превращаемся молниеносненько в муху. Что ты духаешь на меня? Превращаемся в муху
и один один, ёпта. Поехали. Готов? Да, всегда готов. Ауе, и чаечка. Ну, высовывай. Угу. Лоб? Очень похож на лоб. Ага. Она тверденькая, давай еще раз. Локоть? Это тоже было локоть. Ну какой? Саша, шишку. Зайчик. Давай поехали. Но оно... Я попытка. Оно твердое, его купить можно. Я попытка. Не, попытка. Ну, давай. Больше вытань. Лежи. Куда больше, блин? Ну куда ты пришел загадать? Куда залез? Ну это нос, я прям в дырочку залез. Прям как вы любите. Прям по самую эту волосину, короче. Нос, да? Да, нос. А-а-а. Ну конечно, в дыру залез так... языком. Подожди, кончик носа или вот эту горбинку давно? Кончик носа. Кончик носа. Ай, конечно, в дыру залез. Так, снимай эту шарманку. Ха-ха-ха!